Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч, и я предлагаю вас отправиться вместе со мной в путешествие в город Немуч. Мы туда поехали по приглашению нескольких организаций, одна из которых это как педсовет, да, такая большая, в общем, группа всех учителей Мадья Падеш. И там у них был вот в этом городе проходил огромный такой, ну не скажу фестиваль, просто такой большой сбор, в котором они там обсуждали в том числе, как можно в школах имплементировать какие-то ведические идеи. И кроме выступления Гуруджи, у нас было тоже по несколько минут, чтобы сказать, в общем, как нам кажется, в общем, что самое важное из ведических книг, нам хотелось бы, в общем, ну, чтобы мы как бы детям имплементировали. Я говорил о страхе смерти и о Катхе Упанишад. Вот мы, ну это просто мне попались, в общем, на глаза там удивительный такой продавец тканей, который вот у него выстроены ткани вот в такой последовательности, в общем, удивительно у него там всякие такие, в общем, красиво. Красиво. Вот, по пути концерты давали, ну, в общем, по пути мы там выступали, в общем, Гуруджи давал там, в общем, для любителей там различные всякие семинары йоги, но, к сожалению, рекламы не было и людей пришло очень мало. Вот, удивительные дети там, и потом на следующий день утром, ребята, мы попали на совершенно вообще сумасшедшее там событие. Вот, мы, оказывается, приехали в полицейскую академию. Я, конечно, начал хохотать по поводу полицейской академии, потому что у меня полицейская академия — это все вот этот вот фильм веселый американский. Вот оказалось, что там несколько тысяч человек, которые там по командованию Гуруджи там прыгали, смеялись, то хохотали, то, в общем, там чем угодно занимались. Вот, продрогли мы основательно, вот, и благословенно, в общем, вернулись, в общем, обратно в Индор. Вот это место, где мы жили мы там в реально очень древнем постоялом дворе, на видео посмотрите, как все это выглядит, вот, рядом, в общем, такие удивительные, в общем, индусские такие, эти самые дома, тоже такие древние, знаете, какие, вот, и тут такой, видите, такая улица и такой бутик, находится такой бутик, бутики там, в общем, такие, в общем, вот этот постоялый двор, вот, посмотрите, как выглядит постоялый двор, на котором еще в древности тут лошади останавливались, значит, а теперь там проходят свадьбы. Ну, это вот такой вот зал, в который, как бы, должны были собраться несколько, там, сотен человек для того, в общем, для йога, всякой там занятий по йогой, но пришли, как вы видите, там человек 30 всего лишь. Вот, мне подарили клиенты шапочку, я там помог одной женщине избавиться там от кое-какой болезни, и на следующий день благодарный муж принес, подарил мне вот такую шапочку. Вот, ребят, было очень холодно, мы поехали, вот нас всего 4 человека было, и мы реально замерзли, и вот мы там согревались, в общем, возле костра. Вот, в общем, вот эти вот огромные кучи тут полицейских, которые я просто испужался от такого количества людей. Вот, все, давайте, ребята, хариом, увидимся, добро пожаловать в наше путешествие в Немуч. Что-то мне нравится вот эта фотография, не знаю, из-за такого вот очень раннего света, не знаю, мне что-то нравится такая фотография. Все, всем пока, давайте, удачи и всего хорошего, добро пожаловать в нашу поездку в Немуч.